Мне очень приятно вновь стоять на этой сцене, в этом грандиозном зале. Огромная радость и одновременно ответственность. По-моему, летом еще здесь концерта моего не было. Сегодня будет, как мне кажется, очень особенный концерт. Он, как всегда, конечно, является торжеством высокого искусства. Это всегда манифестация добра, света и всегда подчеркнутый смысл победы света над тьмой, добра над злом и знания над невежеством. Сегодня будет несколько сюрпризов, вы видите, ружье заряжено. Здесь сзади у меня тоже есть тоже стульчик, который когда-то будет использован музыкантами. Меня аккомпанирует прекрасный пианист, концертмейстер, аранжировщик, композитор Александр Тевелев. И сегодня большинство львиная часть программы будет академической, акустической, я бы сказал, точнее, прозвучат произведения на русском языке и лишь с некоторым исключением. Вначале я хотел бы исполнить песню, которую исполняю сегодня впервые. Это маленькая премьера. И вообще премьера в моем творчестве, потому что автора этого произведения я всегда боялся брать в свой репертуар, потому что, наверное, считал себя еще недоросшим и до понимания этого автора, и в плане зрелости, да, для исполнения таких произведений. Но отдаю на ваш суд, надеюсь, что не посрамлю ваших надежд, потому что многие хотели, чтобы я взял хоть что-нибудь из его репертуара. Итак, Вертинский Константин, «Чужие города». И светло,
господа, и чужая радость, и беда, и мы для них чужие навсегда.